Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nitarina Parameshwar Vishnu Paramahansa Parijagacharya Sutta Sarasi Srimad Vaikishla Hare Charanamala Bhakti Vedanta Swami Shila Prabhupada Maharaj Ki Jai Om Nitarina Parameshwar Vishnu Paramahansa Parijagacharya Ашута Рашадахи из Дивай Грейши Шимат Шрила Бхактиданта Сарасвати Дакул Прупада Мараджа Ки Джай Ом Нитарила Правешна Вишнапада Парамахамса При Ради Гачаре Ашута Рашадахи из Дивай Грейши Шимат Шрила Гуру Кишура Дас Баба Джи Мараджа Ки Джай Ом Нитарила Правешна Вишнапада Парамахамса При Ради Гачаре Ашута Рашадахи из Дивай Грейши Шимат Шрила Сачи Дана Бхактиданта Тагур Мараджа Ки Джай Ом Нитарила Правешна Вишнапада Парамахамса При Ради Гачаре Ашчата Рашадахи из Дивай Грейши Шимат Шрила Джаганата Свами Даса Баба Джима Раджа Ки Ананта Коти Вайшнава Вринда Ки Основатель Скомби Вити Шрила Прабхупада Ки Намачарья Шрила Хридас Такур Ки Премси Кахова Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададара Шри Васади Гуру Upada Guna
Prabhishta, Omishta Paramahansa 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 Sri Srimad. His Divine Grace Srila Bhai Charanamala Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Maharaj Ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So I'll start the class now because it's getting a little delayed. Так, сейчас мы начнем класс, потому что уже немного поздно. И как я уже сказал, это не будет долгим классом. Потому что перед тем, как я уеду, я должен встретиться со многими преданными, поговорить. So we're going to read a verse from the sixth canto that describes the story of King Chitraketu. Итак, мы прочитаем стих из шестой песни, который описывает историю царя Читракету. One small request. No one should sit with his back to the deity. И одна маленькая просьба, никто не должен сидеть спиной к божествам. And also avoid your back to Prabhupada. И также избегайте быть спиной к Прабхупаде. So you can either come on side or sit in some angle that your back is not on Prabhupada. Вы как-то так развернитесь, чтобы не сидеть спиной к Прабхупаде или божествам. All the deities. You should follow this rule always. И нужно всегда следовать этому правилу. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, Canto 6, Chapter 14, Text 29. Шестая песня, 14 глава, стих 29. Okay. Где Даска? Даска, Даска. Где? Даска, вот здесь. Даска, где Даска? Пишет. Who's in charge of Даска, Ананда says. А где? Yes, yes, где? You're making great signs. Who does this job every day? Okay. Everyone can see it? Все могут видеть. No? Атха. Нирпатим. Rajan, Bhavitaikas, Savatmaja, Harsha, Shoka, Pradas, Sobhyam, Iti, Dhamma, Suto, Yayo, Ataha Nirpatim Rajan. Bhavitaikastavatmajaha Harshashoka Pradastubhyam Iti Brahma Sutoyayo Ataha Nirpatim Rajan Bhavitaikastavatmajaha Arsha Shoka Pradastubhyam Iti Brahma Sutoyayo.
Атаханирпатим Раджан. Атаханирпатим Раджан. Бхавитайка Ставатмаджаха. Бхавитайка Ставатмаджаха. Арша Шока Прадастубьям. Арша Шока Прадастубьям. Ити Брахма Сутояйо. Ити Брахма Сутояйо. Атаханирпатим Раджан. Атаханирпатим Раджан. И ликование, и скорби. Затем мудрец ушел, не дожидаясь ответа Читракету. Повторим по частям. Затем великий мудрец сказал царю. Затем великий мудрец сказал царю. О, великий царь! О, великий царь! Теперь у тебя будет сын. Теперь у тебя будет сын. Который будет причиной. И ликование, и скорби. Затем мудрец ушел, не дожидаясь ответа Читракету. Комментарий его божественной милости Абхай Чарнаравинды Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Слово «харша» значит «ликование», и «шока» значит «скорбь». Царь был охвачен радостью, когда он понял, что у него будет сын. Из-за своего великого ликования он не мог в действительности понять утверждение мудреца Ангиры. Он принял это... Он подумал, что это значит, что, несомненно, будет ликование из-за рождения своего, его будущего сына, но что его сын будет единственным сыном, и
гордясь своим великим богатством и империей, он не будет очень послушен своему царю. Таким образом, царь был удовлетворен, своему отцу. Таким образом, царь был удовлетворен, думая, пусть будет сын. Неважно, если он не будет очень послушным. В Бенгалии есть поговорка, что лучше иметь слепого дядю по матери, чем вообще не иметь дяди. Царь принял эту философию, считая, что непослушный сын будет лучше, чем вообще не иметь сына. Великий мудрец Чанакья Пандит сказал, «Курца путрена дятрина, йона видва надармика, шанена чакшу шакинва, чакшу пидайва кевалам». Такова польза в сыне, который не является ни ученым, ни преданным. Такой сын подобен слепому больному глазу, который всегда причиняет страдания. Тем не менее, материальный мир настолько загрязнен, что человек хочет иметь сына, даже несмотря на то, что он бесполезен. Это настроение было представлено в истории царя Читракету. श्री चैतन्य मनोवैष्णव स्थापित भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति स्वापरमिकम वंदे हम श्री गुरु श्री उपापद कमलन श्री गुरुन वैष्णव नष्ट श्री रूपम सगजतम सहगन रघुनाथन्वितम थम सदेवम सद्वैतम सबुद्धूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखानितम हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कंद राधा कंद नमोस्तुते तप्ता कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय जय श्री कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अथाह निरपतिम राजन भाविताय कास्तवत्मदः हर्षशोक प्रदस्तुभ्यं इति ब्रह्मसुतो ययो. So this verse is from the sixth canto of the Bhagavatam, which relates the story of a king called King Chitraketu. Итак, этот стих из шестой песни Бхагаватам касается истории о царе Читракету. Shrimad Bhagavatam is full of stories. It's like a storybook. И Шримад Бхагаватам наполнен историями. Он подобен книге историй. And each of these stories has such a powerful moral. И у каждой из этих историй такая очень могущественная мораль, такая сильная. Вчера какую историю мы обсуждали? Историю об Аджамиле. И из истории Аджамила мораль такова, что об Аджамиле мораль такова, что преданное служение никогда не проходит даром, и святое имя Господа — это наше единственное прибежище и единственный способ спастись. И сегодня я расскажу вам историю о царе Читракету, которая показывает нам, что в материальном мире все является причиной, все причиняет боль. Living in Maya's kingdom, everyone is attracted to the illusory energy. Когда мы живем в царстве Майи, то нас привлекает иллюзорная энергия. Why are we attracted to the illusory energy? И почему нас привлекает иллюзорная энергия? Because we think illusory energy will give us happiness. Потому что мы думаем, что Chitraketu is talking to a sage called Gira Rishi. И здесь мы видим, что царь Читракету говорит с мудрецом Ангирой Риши. So Ангира Риши was a great sage who was born from the mind of Lord Brahma.
Янгира Риша – это великий мудрец, который был рожден из ума Господа Брамы. So sages are very compassionate. И мудрецы, они очень сострадательны. Whenever you meet a sage, you expect some knowledge and some blessing. Когда бы вы ни встречались с мудрецом, вы всегда можете ожидать от него какое-то знание и какое-то благословение. This is historical. И вот это вот история. So, Angira Rishi was a very powerful sage, and as he was traveling, he once came to the palace of a king called King Chitraketu. Итак, Ангира Риши, который был очень могущественным мудрецом, однажды в своих странствиях зашел в дворец царя Читракету. He saw the king. The king greeted him very respectfully. И царь принял его очень почтительно. And after he saw the king, the sage looked at the king's face, and by looking at the king's face, he could identify that the king was not very happy. И встретив царя, ну когда царь принял его, мудрец посмотрел на лицо царя, и он увидел, что царь не очень счастлив. It is said in English, the face is the index of the mind. На английском есть поговорка, что лицо – это зеркало ума. The face is the index of the mind. Лицо – это зеркало ума, то есть показатель ума. So Prabhupada says in the Gita, in the Bhagavatam, our great sage, just by looking at a person's face, can identify what's in his mind. Итак, Прабхупада пишет в своих комментариях, что великий мудрец, просто глядя на лицо человека, может определить, что у него в уме. So please don't go to all the swamis that come here now and tell them to tell you what's on your mind. И, пожалуйста, не ходите ко всем этим с вами, которые будут вам, глядя на ваше лицо, говорить, что у вас в уме. Но в основном, просто глядя на лицо человека, можно определить то, что у него в уме. So the sage inquired from the king. The king received him. But the king, even though he was handsome, he had all the opulences, there was no shortage of wealth, he had thousands of wives, still he was not happy. И так царь, мудрец, он посмотрел на лицо царя, и царь был очень красив, у него было большое богатство, у него было тысячи жен, но тем не менее он был несчастлив. Because the sage practices austerity, and he has transcendental knowledge, therefore Krishna gives him the power by which he can easily detect a person's mentality. И поскольку мудрецы, они совершают аскезы, и также они преданные Кришне, то Кришна, он дает им понимание, с помощью которого они, просто глядя на лицо человека, могут определить, ну, состояние его сознания. So when the sage told the king, you do not look very happy, what's the cause of your anxiety? The king said, what can I hide from you? You know everything. И когда мудрец спросил у царя, ты выглядишь не очень счастливым, что является причиной твоего беспокойства? То царь сказал, ну что может от тебя укрыться? So, the king said, there's nothing I can hide from you. You know what is my problem. И царь сказал, ну от тебя ничего не скрыть, на самом деле ты знаешь причину моего беспокойства, мою проблему. The king said, if somebody is hungry and thirsty, and you give him a garland of sandalwood, he will not be pleased. И царь сказал, что если кто-то голоден и испытывает жажду, если вы дадите ему гирлянду и помажете его тело сандаловой пастой, то он не будет счастлив. When your devotees are hungry, and we come and we offer you a nice garland, you will just offer to the deity, one fully satisfied. Допустим, если преданные голодные, и кто-то приходит и дает ему гирлянду, даже если она предложена божеством, он все равно не будет до конца удовлетворен. You want prasad. Потому что вы хотите просад. So the king said, I have this vast empire. I have all the wealth, unlimited wives. I'm not happy.
И царь сказал, что у меня есть вот эта обширная империя, огромные богатства, очень много жен, но все равно я несчастлив. Why was he not happy? И почему он был несчастлив? He has no children. He had no child. У него не было ребенка, который мог бы стать наследником. And he was concerned that after his death, whole kingdom, the dynasty would come to an end. И он был озабочен тем, что после его смерти вся династия прекратится. So he told the great sage, please bless me, so that I may have a family. И тогда этот царь сказал мудрецу, пожалуйста, благослови меня, чтобы у меня был сын. So, in this verse, the sage is responding to the anxiety that the king had. Итак, в этом стихе мудрец отвечает на то беспокойство, которое было у царя. The sage told the king, you will have a son. Мудрец сказал царю, у тебя будет сын. And that son will be called Harsha Shoka. И этого сына будут звать Харша Шока. And the king will be the cause of both happiness and lamentation. И этот сын будет являться одновременно причиной ликования и скорби. Harsha Shoka is a Sanskrit word, which means happiness and despair. И Харша Шока — это санскритское слово, которое означает счастье и несчастье. All of you should learn this word, Harsha Shoka. И все вы должны выучить это слово Харша Шока. This word Harsha Shoka is divided into two parts. Harsha Shoka. И это слово Харша Шока, оно разделяется на две части. Харша Шока. Harsha means jubilation. Харша означает ликование. Shoka means lamentation. А шока означает скорбь. So the king said, the sage said, you'll have a son. И так мудрец сказал, у тебя будет сын. And his name is going to be Harsha Shoka. И его имя будет Харша Шока. And then the sage left. И затем мудрец ушел. So the king was very happy. И царь был очень счастлив. At least I will have a son. По крайней мере, у меня будет сын. He was so absorbed and obsessed with the idea of having a son that it did not strike him that this son is going to be a source of happiness and distress. И он был настолько поглощен вот этой мыслью о том, что у него будет сын, что его даже как особо не затронули слова мудреца, что этот сын будет одновременно являться причиной ликования и скорби. Sometimes we are also obsessed with having something that we do not care what the repercussions will be. И иногда нас также охватывают мысли об обладании чем-то, и мы даже не думаем о том, какие могут быть последствия этого. Just like sometimes somebody wants to go into Maya. Как, например, иногда кто-то хочет подумывает о том, как пойти в Майю. He doesn't bother to think the repercussions in Maya, how Maya is going to kick him. И он даже не думает о том, как Майя будет легать его. I must just go into Maya, that's all. Я просто должен пойти в Майю, и все. So, material world, all activities are Harsha Shoka. И в материальном мире все действия, они от Харша Шока. Give you happiness today and lamentation tomorrow. Они сегодня дают вам счастье, а завтра дадут скорбь. So, according to the sage's blessings, one of the king's wife got pregnant. И по благословению мудреца одна из жен царя забеременела. Kritika Devi, his first wife, she became pregnant. Kritika Devi, его первая жена, она стала беременной. And gradually a son was born. И со временем родился сын. So when the son was born, the king became very, very happy. И когда у царя родился сын, он стал очень счастлив. Naturally, he was waiting for a son for such a long time. Естественным образом, потому что он так долго ждал сына. And he was waiting for a son for such a long time, and at last the son was born. Он так долго ждал сына, и наконец-то сын родился. So the king gave a lot of charity, gave a lot of cows away, gave charity to the brahmanas.
И царь раздал множество коров и милостыни брахманам. Just like a poor man. A poor man, when he gains some money, he gets too attached to the money. Подобно тому, как когда бедняк получает деньги, он так сильно привязывается к ним. When a poor man becomes rich, he becomes very attached to his money. Когда бедняк богатеет, он очень сильно привязывается к своим деньгам. So similarly, King Chitraketu, he got a son after great difficulty, long time. So his attachment for the child went on increasing day by day. И подобным образом, так как царь так долго ждал ребенка, когда он получил его, его привязанность к сыну с каждым днем увеличилась. Just like the clouds, they poured water on the earth and displayed their mercy. The king became was very merciful. And he bestowed unlimited charity on all the citizens of his kingdom. Подобно облаку, которое проливает свою милость на землю в форме дождя, царь он стал таким же милосердным, и он раздавал безграничную милостыню своим гражданам. The king's attraction for his son increased day by day. Along with that, his attraction to the mother of that boy, Kritagyuti, also increased. Итак, привязанность царя к своему сыну день за днем увеличилась, но вместе с этим также увеличилась его привязанность к матери ребенка, Критадьюти. И царь начал проводить все свое время со своей женой Критадьюти и своим сыном. И по мере того, как его привязанность Критадьюти увеличивалась, его привязанность к остальным женам пропадала. If a wife at home is neglected by her husband and she has no child, then she feels just like a maid servant in the house, according to the Bhagavatam. И в соответствии с Бхагаватом, если женой пренебрегает муж и у нее нет детей, то она себя чувствует подобно служанке в доме. So the other co-wives of the king were feeling very, very unhappy. И остальные жены этого царя, они чувствовали себя очень несчастными. Actually, Chanakya Pandit has given a very nice quote on this theme. И, ну, на эту тему Чанакья Пандит дал очень такие ценные наставления. Chanakya Pandit, you heard of Chanakya Pandit? Вы слышали о Чанакья Пандите? Huh? Very powerful quotation. У него такие вот очень мощные высказывания. Chanakya Pandit says, the person who has no mother at home and his wife does not speak to him properly, should go away to the forest. И Чанакья Пандит сказал, что человек, у которого в доме нет матери, и с которым жена не говорит должным образом, он может идти в лес. For such a man, living at home and living in the forest is the same. Потому что для такого человека жить в доме или в лесу это одно и то же. The same way for a woman who is ignored by her husband and who has no son, it's not a very convenient position to be in. И подобным образом, если женщины пренебрегают ее муж, и у нее нет детей, то это не очень удобное положение для нее. So all the co-wives of the king were very unhappy, and they would always discuss with each other how since the birth of the boy, the king has stopped talking to them or giving them any attention. И все жены царя, остальные жены царя между собой обсуждали, они были очень несчастливы, они постоянно обсуждали то, что после того, как ребенок родился, царь перестал говорить с ними и вообще на них какое-то внимание обращать. Have you heard of the word envy? Вы слышали о таком слове «зависть»? Знаете, хорошо? Хорошо знаете, да, это? The word is зависть. Envy? И что такое зависть? One of these six obstacles to spiritual advancement. Это одно из шести препятствий на пути духовного продвижения. First, I get greed, envy, hatred. These are all the obstacles to spiritual advancement. Вожделение, гнев, жадность, зависть — это препятствия на пути духовного продвижения. So the co-wives of the king, their envy was as the king was getting more and more attached to the son and wife. The co-wives' envy towards the son and his mother was increasing every day. И по мере того, как усиливалась привязанность царя
к своей жене и ее сыну, то есть к сыну и его матери, то зависть всех остальных жен его также усиливалась день изо дня. Because of envy, we lose our intelligence. И из-за зависти мы теряем свой разум. So one has to be very careful of it. И поэтому нужно очень, ну так, сторониться зависти, то есть быть осторожным. He told Sarvabhauma Bhattacharya, son-in-law Moga, as long as you have envy in the heart, Krishna will not reside in your heart. И Господь Чайтанья сказал зятю Сарвабхаумы Бхаттачарьи Амохи, что до тех пор, пока у тебя в сердце будет зависть, Кришна не будет жить там. You know this story? Вы знаете эту историю? Do you hear the story? Хотите услышать эту историю? So Sarvabhauma Bhattacharya one time was a staunch impersonalist. И в одно время Сарвабхаума Бхаттачарья был очень стойким имперсоналистом. His brother-in-law was Gopinath Acharya. И его зятем был Гопинат Ачарья. So Gopinath Acharya would always tell him how Lord Chaitanya was Krishna. И Гопинат Ачарья всегда говорил ему, что Господь Чайтанья — это Кришна. He would say, "Нет, Божья, it's not possible." А Сарвабхаума Бхаттачарья говорил, что это невозможно. Anyway, Lord Chaitanya then converted Sarvabhauma Bhattacharya also to personalism. Но так или иначе Господь Чайтанья затем обратил его в персонализм. So then, when Lord Chaitanya came to Jagannath Puri, Sarvabhauma Bhattacharya invited him to have prasad in his house. И затем, когда Господь Чайтанья пришел в Джаганатхапури, Сарвабхаума Бхаттачарья пригласил его принять прасад в его доме. It's normal for grihastha to invite sannyasis and sadhus to their house for lunch. Для грихаста это нормальное дело, то есть приглашать саньяси, садху в свои дома на обед. И поэтому даже когда саньяси Искона приезжают куда-либо, они получают столько много приглашений прийти на обед. Иногда вам приходится посетить 10 домов в день. И повсюду вы должны есть прасад. И вам нужно научиться, как вот выйти из такой ситуации. Перед вами стоит огромное блюдо с разными явствами, и вы должны съесть оттуда только ложку и при этом еще удовлетворить хозяина. Потому что все хотят накормить садху. Вчера я рассказывал о том, как Рамачандра Пури любил кормить садху, а потом критиковать их. Итак, Господь Чайтанья обычно принимал обед в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи. И у Сарвабхаумы Бхаттачарьи и его жены была одна дочь. And her husband's name was Amogha. И имя ее мужа было Амокха. Amogha was very envious of Chaitanya Mahaprabhu. И Амокха очень завидовал Чайтанье Махапрабху. He would say, "What type of sannyasi is this?" И он говорил, что это за саньяси? So he was actually envious of Lord Chaitanya. На самом деле он так был завидовал, был враждебно настроен по отношению к Господу Чайтанье. So one day, so whenever Lord Chaitanya would be eating prasad and Lord Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya's house, Sarvabhauma Bhattacharya would be standing at the gate with a stick to make sure that Amogha did not even see what was being served to Lord Chaitanya, and his wife would be serving Lord Chaitanya different items. И когда Господь Чайтанья принимал прасад в доме Сарвабхаумы Бхаттачарьи, Сарвабхаумы Бхаттачарьи стоял на двери с палкой, чтобы Амокха не мог даже увидеть, что предлагается Господу Чайтанье, а его жена в это время подавала прасад Господу. One day, while prasad was being served to Lord Chaitanya, Sarvabhauma Bhattacharya's wife needed his help. So Sarvabhauma Bhattacharya had to leave the door for just one minute. И в один день, когда жена Сарвабхаумы Бхаттачарьи раздавала прасад Господу Чайтанье, ей потребовалась помощь Сарвабхаумы Бхаттачарьи, и он всего лишь на минуту оставил дверь. Amogha was standing out right. He used to stand against the wall
just try to see if we can find some fault in the conversation between Lord Chaitanya and Sarvabhauma Bhattacharya. И Амокха, который постоянно стоял за стеной и пытался услышать какие-то найти недостатки в беседе между Господом Чайтаньей и Сарвабхаумой Бхаттачарьей. So when he saw that Sarvabhauma Bhattacharya was not at the door, he ran inside the house to see the various items that were being offered to Lord Chaitanya. He wanted to count how many items were being offered to Lord Chaitanya. И когда Амокха увидел, что Сарвабхаумой Бхаттачарья не стоит на двери, он сразу же забежал в дом, чтобы сосчитать, сколько блюд давали Господу Чайтанье. И он увидел, что так много блюд подносится Господу Чайтанье. И он сказал, ну вы только посмотрите на этого саньяси. Он думает, что он отреченный, а столько много ест. И как только Сарвабхаумы Бхаттачарья увидел, он вышвырнул его из дома. И Сарвабхаумы Бхаттачарья и его жена были настолько привязаны к Господу Чайтанье, что они сказали, пусть наша дочь станет вдовой, мы больше не хотим видеть лицо этого Амокхи. И немного погодя, Амокха очень заболел. У него была холера. И он уже лежал на ложе, на смертном одре. И Господь Чайтанья услышал об этом и решил навестить Амокху. И он сказал ему, почему в твоем сердце зависть? И Господь Чайтанья положил свою руку на грудь Амокхи и сказал, до тех пор, пока в твоем сердце будет зависть, Кришна не будет жить там. Поэтому разрушь эту зависть, чтобы Кришна мог прийти туда, в твое сердце, и жить там. Fell at the feet of Lord Chaitanya, apologized for all his offenses, and began to chant in that. И как только Господь Чайтанья сказал это, Амокха сразу же вскочил с постели, упал к стопам Господа Чайтаньи, стал просить у него прощения за все оскорбления, и потом он стал петь и танцевать. The envy towards Vaishnavas, devotees of the Lord and the Lord, is disastrous. Итак, зависть по отношению к преданным Вайшнавам, преданным Господа, она приносит разрушение. И здесь мы видим, что другие жены царя, они завидовали ребенку и его матери. And when one becomes envious, one becomes angry, one becomes lusty. Then he loses control over his intelligence. И когда человек становится завистливым, похотливым и гневается, то он теряет весь свой разум. You know that? Вы знаете об этом? The influence of lust, anger, greed, envy, illusion, hatred is so strong that when you come under the influence of these, then you lose your part of rational life. И когда, то есть мы попадаем под влияние вожделения, жадности, гнева, зависти, иллюзии и ненависти, то мы теряем свою способность разумно мыслить и так вот использовать свой разум. Man becomes lusty and he does rape someone, does so many other nasty things. Когда человек становится, когда человека обуревает вожделение, он делает так много отвратительных вещей. Greed and so on. You lose your power of discrimination due to the influence of these factors. И также и в случае жадности вы теряете свою возможность различать и из-за влияния этих вещей. So as the envy of the co-wives of the king increased, they lost their intelligence. И когда зависть, вражда вот этих
остальных жен усилилось, они потеряли свой разум. And they made a very envious plan to teach the king a lesson. И они придумали такой очень завистливый план, чтобы преподать царю урок. What was that plan? И что это был за план? They poisoned the king's child on his first birthday. В первый день рождения этого ребенка они отравили его. It was the first birthday of the child. И это было первым днем рождения этого ребенка. Big celebrations were being planned. И планировалось очень большое празднование. And they administered poison. А они дали ему яд. So the mother thought that her son was sleeping, and today he was sleeping for too long. И мать думала, что ребенок спит, и сегодня он что-то спит очень долго. So the mother finally told the servant, "Go and wake up my son. He's been sleeping a little too much today." И она сказала своей служанке: "Пойди разбуди ребенка, он сегодня слишком долго спит уже." So the maidservant went to wake up the child, and she saw the child was dead. И служанка пошла будить ребенка и увидела, что он мертв. So when she saw that the child was dead, the king's wife and the king, they all started crying and crying. And the co-wives who had administered the poison in order to make a show, they also started crying. И когда царь и его жена увидели, что ребенок мертв, они начали плакать, и они плакали. И также остальные жены тоже, чтобы сделать вид, как будто бы они ни при чем, они тоже начали плакать. The co-wives are also crying like and beating their breasts. И они, и другие жены тоже начали рыдать, бить себя по груди. And the king also, when he heard, he started crying. И царь, когда он тоже услышал все это, он очень сильно стал плакать. So harsha shoka. Harsha, I told you, means jubilation. Shoka means lamentation. Итак, harsha shoka. Harsha — это ликование, shoka — это скорбь. So that son, for a certain period, was a source of joy, happiness. Итак, этот сын, он был в какое-то определенное время причиной ликования, радости. But that same son, when he went away, he caused grief to his parents. Но тот же самый сын, как только он ушел, он принес горе своим родителям. So we must not forget. That any activity that we execute in the material world that is not related to Krishna is going to be harsha shoka. И мы должны понимать, что любая деятельность, которую мы исполняем в этом материальном мире и которая не связана с Кришной, она будет причиной, то есть она будет вот харша шока. When you have a healthy body, you are happy. Когда у вас здоровое тело, вы счастливы. But when your body becomes sick, then what happens? А когда ваше тело начинает болеть, что происходит? You lament. Вы начинаете скорбеть. When you're making money, you're happy. Когда вы делаете деньги, вы счастливы. And when you don't make money, the same fact that you made money at one time becomes a cause of grief. И тот самый факт, что вы когда-то делали деньги, становится причиной вашей скорби. You say, "Oh, I used to make so much money. Now I don't make any money." И вы начинаете говорить: "Да, вот в свое время столько денег я зарабатывал, а теперь не получается." So we should not forget this factor, that if you're looking for material happiness, the material happiness tomorrow, today, will be the cause of pain tomorrow. И мы не должны забывать тот факт, что если мы стремимся к материальному счастью, это материальное счастье завтра обернется для нас скорбью, несчастьем. As the king was sitting next to his dead son, Angira Rishi came over there, along with Narada Muni. И когда вот этот царь сидел над своим мертвым сыном, туда пришел Ангира Риши и Нарада Муни. And you know, Narada Muni always shows up at the right time. И вы, как вы знаете, Нарада Муни всегда в нужный момент появляется. He knows exactly when to show up. Он знает в точности, вот, когда нужно прийти, показаться. Previously it was only Angira Rishi alone. До этого туда приходил только Ангира Риши. Because Narada Muni knew that Chitraketu wasn't ready for complete surrender.
Потому что Нарада Муни знал, что Читракету еще не готов полностью предаться. И вот сейчас как раз настало время, когда и Нарада Муни тоже должен был прийти. King, you look very sad today. What's the reason? И эти два мудреца, они пришли к царю и сказали: «Царь, ты выглядишь сегодня немного печальным. В чем причина?» Last time I came, you looked very happy. В прошлый раз, когда я был здесь, ты, Ангира Риши сказал, когда я был здесь, ты был очень счастлив. What's the cause of your pain? Что является причиной твоей боли? The king said, "My son is..." И царь сказал: «Мой сын умер». And when the two sages heard it, then the king was complaining, "Why then my son has died, but I'm still alive?" И когда он сказал это, он стал жаловаться: "Почему мой сын умер, а я до сих пор живу?" So Narada Muni and Angira Rishi, they started preaching to King Chitraketu. Итак, Нарада Муни и Ангира Риши, они начали проповедовать царю Читракету. He started explaining how everything is temporary. И они стали объяснять ему, как все временно. Just like when you plant the seeds on the ground, some grow and some do not grow. Подобно тому, как вы сажаете, когда вы сажаете семена, некоторые всходят, а некоторые нет. Similarly, the sages explain that by the will of the Lord, sometimes when you sow the seed, there is procreation, and sometimes there is not. И подобным образом мудрецы сказали царю, что когда ты сажаешь семя, иногда происходит, ну, когда ты тоже, вот, procreation means the child is born, and sometimes, что когда вы зачинаете ребенка, иногда он рождается, иногда нет. So therefore we should know that ultimately we are not the controllers of anything. И в конце концов мы должны понять, что мы не являемся... В конце концов, мы не контролируем ничего. The sages wanted to teach Chitraketu a lesson so that he could get detached and take the spiritual life. И мудрецы решили преподать этому царю урок, чтобы он отрекся от материальной жизни и занялся духовной жизнью. So when the sages saw that the king was so unhappy, then by their power, the dead son was brought back to life. И когда мудрецы увидели, что сын, что царь был так обечален смертью своего сына, они привели своими силами его обратно к жизни. The sages have the power. И у мудрецов есть такая сила. You know, sometimes the Christians tell us, "Oh, Jesus Christ brought so many dead people back to life, erected so many dead people. Have you done, has Krishna done any such thing?" И иногда вот христиане говорят, вот Иисус Христос, Он воскресил стольких многих людей, а Кришна делал что-то подобное? Они говорят это, не так ли? И вы можете прочитать столько много историй, и не просто Кришна это сделал, а, и даже не Кришна это сделал, а просто его преданные. И эти качества, в принципе, особо не привлекают преданных. Just like devotees, they never look at Krishna, they don't meditate on Krishna's universal form. Как, например, преданные, они никогда не медитируют на вселенскую форму Кришны. Gopis never meditate on Krishna's universal form. Гопи медитировали ли когда-нибудь на вселенскую форму Кришны? Did the cowherd boys ever meditate on Krishna's universal form? Медитировали ли когда-нибудь пастушки на вселенскую форму Кришны? In any ISKCON temple, do you see a universal form of Krishna being worshipped? И видели ли вы в каком-либо храме ИСКОНа, чтобы поклонялись вселенской форме? Why? Почему? We don't need to show Krishna's great strength to believe that he is God. Нам не нужно показывать великую силу Кришны, чтобы поверить в то, что Он Бог. We like to serve Him because we are of love. И мы хотим служить Ему из любви. So by the power of the great sages, the dead son was brought back to life. Итак, силами этих мудрецов этот мертвый сын вернулся к жизни. And Narada Muni and Angira Rishi told the dead son who was brought back to life, "Why did you leave your father so early?" И Нарада Муни и Ангира Риши, которые привели обратно к жизни, возродили, ну то есть воскресили этого мертвого сына, они спросили у него: «Почему ты оставил своего отца так рано?»
Don't you see your father is lamenting? Ты что, не видишь, что твой отец скорбит? Go back to your father. Возвращайся к своему отцу. So then Harsha Shoka began to speak. И затем Харша Шока начал говорить. Which father and mother do you want me to go back to? А к какому отцу и матери вы хотите, чтобы я вернулся? I've had so many fathers and mothers. У меня было так много отцов и матерей. Which ones do you want me to go back to? И к каким вы хотите, чтобы я вернулся? Then Harsha Shoka spoke to his father and said, you did not even know me till a year ago. И тогда Харша Шока обратился к своему отцу и сказал, еще год назад ты меня даже вообще не знал. So you did not even know me till a year ago. Our relationship and friendship is just since 1 year. Он ему сказал, что ты меня еще год назад вообще не знал. У нас с тобой взаимоотношения и дружба всего лишь 1 год. Why are you lamenting? А что ты так скорбишь-то? You've only known me for 1 year. Ты знал меня всего лишь 1 год. But then the son began to preach to the father. И тогда сын начал проповедовать своему отцу. Then King Chitraketu and his wife and his co-wife understood that this attachment is just illusory. И тогда Читракету и все его жены, они поняли, что эта привязанность, она иллюзорна. So spiritual knowledge is meant to break our attachment. Итак, духовное знание предназначено для того, чтобы разбить наши привязанности. И в честь другая история. Однажды Господь Чайтанья в течение года проводил киртаны в доме Шриваса Тхакура. And one day while they were doing kirtan, Shrivas Thakur's son who was sick, he died. И однажды в один день, когда они пели киртан, то есть проводили киртан, умер сын Шриваса Тхакура. Even though his son had died, Shrivas Thakur did not exhibit any symptoms and did not even tell Lord Chaitanya. И даже несмотря на то, что его сын умер, Шривас Тхакур, он не показал виду и вообще Господу Чайтанье даже ничего не сказал об этом. Но Господь Чайтанья это Бог. So he knew that something will happen. И он знал, что что-то произошло. So, Chaitanya, then, after the kirtan was over, yeah, Shrivas Thakur, has some calamity taken place in your house? И после того, как киртан закончился, Господь Чайтанья спросил у Шривас Тхакура, не произошло ли в твоем доме никаких несчастий? And Shrivas Thakur said, yes, my son has died. И Шривас Тхакур сказал, да, умер мой сын. So by Lord Chaitanya's potency, the dead son was brought back to life. И Господь Чайтанья, он вернул свои потенции этого мертвого сына к жизни. And Lord Chaitanya told the dead son, why have you left your father and gone away? И Господь Чайтанья спросил у этого сына, почему ты оставил своего отца и ушел? So the dead son said, I was ordered to come and take birth in this family for a certain period. Now my quota is over, and now I'm leaving as per your plan. И этот сын сказал, что мне было приказано явиться в этой семье на определенное время, родиться в этой семье, но теперь мой срок истек, и по твоему плану я должен уйти. So we can learn from these stories that we all come and based on past karma and various other principle guidelines, we all get our quota of happiness and distress. Итак, мы все должны понять, что в соответствии с нашей прошлой кармой и разных других факторов, у нас есть определенная как бы норма нашего счастья и несчастья. What the scriptures teach us is to develop attachment for the all-attractive personality of Godhead. И Писания, они призывают нас, учат нас развивать привязанность к всемогущему Верховному Господу. It doesn't mean that we don't do our duty towards our family. Но это отнюдь не означает, что мы не исполняем своего долга по отношению к своей семье. Нет, естественно, если у вас есть семья, то вам нужно нести ответственность за нее. Но человек должен делать это с таким пониманием, что я делаю это от имени Господа, и привязанность всех членов семьи должна быть направлена на Верховную Личность Бога.
So spiritual philosophy means gradually developing detachment from all that is an impediment on the path of self-realization. И духовная философия — это означает постепенно развить отречение от всего, что неблагоприятно духовной жизни. Very often people want to know, how do you get to the state of ruchi? Очень часто люди хотят узнать, как можно достичь стадии ручи. You know what is ruchi? Вы знаете, что такое ручи? Taste for the holy name. Это вкус к святому имени. Taste for devotional service. Вкус к преданному служению. So you may say, I have no ruchi at the moment. И вы можете сказать, сейчас вот у меня вообще нет ручи. But how will I get to that state? Как я вообще поднимусь до этого уровня? You want to know that? Хотите узнать? So there's a nice verse in the Bhakti Rasamrita Sindhu that describes this process. И в Бхакти Расамрита Синдху есть очень замечательный стих, который описывает этот процесс. Adho shraddha tatha sadhu. So first there must be shraddha, which means faith. Итак, сначала должна быть шрадха, то есть вера. Faith that this mature life is miserable. Вера в то, что, понимание, вера в то, что эта материальная жизнь, она исполнена страданий. There must be some alternative to mature life. И должна быть какая-то альтернатива материальной жизни. And the solution is with the devotees. И что у преданных есть решение этого. And tatha sadhu. Sadhu means a spiritual personality who's dedicating his life to the teachings of the Lord. Затем общение с садху. Садху — это духовная личность, которая посвятила свою жизнь проповеди учения Верховного Господа. So all of you are sadhus, whether you're brahmachari, grihastha, or brahmacharini, or mataji. Итак, все вы садху. Являетесь ли вы грихастами, брахмачарями или матаджами? Sadhu doesn't mean just one who's a sannyasi. Садху — это не значит просто тот, кто саньяси. There are many grades of sadhus. Есть разные уровни, разные садху. All of you are also sadhu. Но все вы также садху. Otherwise, how is it? By your association, you're also helping others come to Prabhupada and to escort to Lord Chaitanya. А иначе как бы своим общением вы также помогаете другим приходить к этому движению Прабхупады? You may have less realization, but you all are also saintly. У вас может быть не так меньше осознания, но вы тем не менее также святые. So first there must be faith. Итак, сначала должна быть вера. And that faith brings you in association with spiritual personality. И эта вера, она приводит вас в общение с духовными личностями. And then when you come in association with spiritual personality, you also come in association with a bona fide spiritual master. И находясь в обществе духовных личностей, вы также приходите в соприкосновение с истинным духовным учителем. When you come in this association, what do you hear? И когда вы начинаете общаться с ним, что вы слышите? You hear that devotional service is the goal of life. Вы начинаете слышать о том, что преданное служение — это цель жизни. Sangotha bhajana kriya. You learn that one must execute devotional service. Затем bhajana kriya. Вы узнаете, что нужно исполнять преданное служение. You begin to execute devotional service. И вы начинаете исполнять преданное служение. Вы начинаете воспевать 16 кругов. Вы начинаете следовать всем принципам. В наших принципах очень много запретов. Много нет. No meat, fish and eggs, no intersex, no intoxication, no gambling. То есть нет мясоедению, нет азартным играм, нет незаконному сексу и нет интоксикациям. So then, as you begin to associate and execute devotional service, you then think, yes, now I must surrender, I must get initiated. И общаясь с преданными и исполняя преданное служение, вы начинаете понимать, да, я должен предаться и получить инициацию. И стать более серьезным. Tato nartha nivritti seya. Then as you get initiated, as you start following the rules and regulations,
There's something in the heart that begins to get reduced. И по мере того, как вы получаете инициацию и начинаете следовать, выполнять преданное служение, что-то в вашем сердце начинает уменьшаться. And what is that? И что это? Anartha nivritti. Anartha nivritti means unlimited, means material desires. Anartha. Anartha means dirt, contamination. Итак, анартха, и затем анартха нивритти. Анартха означает грязь, материальные желания. So, once you start the process of bhajana kriya, execution of devotional service under the direction of sadhus, then anartha nivritti, the material desires become in the heart, begin to get lessened. И когда вы начинаете заниматься преданным служением в обществе садху под их руководством, то материальные желания в вашем сердце начинают уменьшаться. And as the material desires of your heart begin to get reduced, what happens? И по мере того, как материальные желания в сердце уменьшаются, что происходит? Тато нешта лучи стата. Тато нешта лучи стата. Then what happens? И что так? Нешта. И затем мы развиваем ништху. What is nishtha? А что такое ништха? Firm faith. Это твердая непоколебимая вера. Firm faith in what? Твердая вера во что? Krishna is supreme. Кришна это Всевышний. I must not waste this human life. И я не должен тратить эту человеческую жизнь. I cannot give up devotional service like a fish cannot give up the association of water. Я не могу оставить преданное служение подобно тому, как рыба не может оставить воду. So as you execute devotional service, your nishtha becomes stronger and stronger. И по мере выполнения преданного служения ваша нишка становится сильнее и сильнее. And as your nishtha becomes stronger, there's something else that develops. И когда ваша нишка становится тверже, что-то еще развивается. And what is that? И что это? Ручи. Это ручи means taste. Это ручи, а ручи значит вкус. Taste. You вкус. Have ruchi at the moment. Если... Right now our taste is for sense enjoyment. Ручи, вкус. Это сейчас у нас тоже есть вкус, но в данный момент это вкус к чувственным наслаждениям. We have ruchi, but we have ruchi for the wrong thing. У нас есть ручи, но у нас есть ручи не к тому, к чему нужно. I like prajalpa. Мне нравится праджалпа. I like to sleep more. Я хочу спать побольше. Мне нравится такая, ленивая жизнь такая. And so many other ruchi. И много разных других ручей у нас есть. But that is not real ruchi. Но это не истинные ручи. Real ruchi is attraction to the holy name, desiring to always glorify the Lord. Истинная ручья — это привязанность, это влечение к святому имени и желание всегда прославлять Господа. Just like Rupa Goswami, he had developed ruchi for the holy name. Подобно тому, как Рупа Госвами, он развил ручи к святому имени. So what did he say? И что он сказал? My dear Lord, 1 tongue and 2 ears is not enough to glorify you. Он сказал, что мой дорогой Господь, один язык и двое ушей недостаточны для того, чтобы прославлять Тебя. I want to pray that please may you give me thousands of tongues and thousands of ears. Мой Господь, я молю Тебя о том, чтобы Ты дал мне тысячи языков и тысячи ушей. And it's ruchi. Вот это ручи. 24 hours in a day is not enough to serve the Lord. Когда вам 24 часа в сутки недостаточно, чтобы служить Господу? Потому что вы хотите так много сделать. Then as you go on executing devotional service with nishtha and ruchi, then you get to the state atha shakte stato bhava. Then the attachment for Krishna begins to increase and you begin to start manifesting Krishna prema. И по мере того, как вы продолжаете свое преданное служение с ништхой и ручи, то ваша привязанность к Кришне усиливается, и постепенно вы приходите на стадию премы. Tata prema bahirudam chati. The attachment, love of Krishna prema, it begins to increase as your attachment increases. И привязанность к Кришне, любовь к Кришне, према усиливается.
Yes. The goal is ultimately to develop Krishna prema. И цель в конце концов это развить Кришна прему. The love for Krishna prema means love of God. А Кришна према это означает любовь к Богу. Total obsession with desire to serve the Lord in all our activities, actions, words, breath. Это состояние, когда нас полностью охватывает желание служить Господу своим телом, словами, умом. Sarhakanam ayam prema. As you stay on this path, your desire to be with devotees increases, it is fixed, and at no cost you want to give up devotee association. И когда вы остаетесь на этом пути, то ваше желание общаться, быть с преданными усиливается и становится очень твердым, и вы не хотите уже оставлять общество преданных никогда. Prema means love of God. И вы развиваете прему. Према — это любовь к Богу. Prema, this is real prema. In the material world, everyone uses the word love, love, love. Listen to any song. Hopefully your devotees don't listen to radio songs anymore. But if you listen to any song anywhere in the world, you always hear the word love, love, love. В материальном мире все постоянно говорят это слово «любовь, любовь, любовь». Послушайте любую песню по радио. Я надеюсь, конечно, что преданные уже больше не слушают песен по радио. Но если вы любую песню послушаете по радио, там постоянно вот это слово «любовь, любовь, любовь». So, gradually, step by step, by following the above guidelines, you get to the stage of Krishna prema. И постепенно, шаг за шагом, вы подниметесь до уровня Кришна премы. So, we've all come to Krishna consciousness due to Shraddha. Итак, все мы пришли к сознанию Кришны из-за Шраддхи. How does the Shraddha develop? И как развивается Шраддха? By spiritual association. Благодаря духовному общению. So when we go out and preach, when we go out and distribute books, we are helping create. И когда мы выходим проповедовать и распространять книги, мы создаем Шраддху. How? Каким образом? You're giving them some knowledge. Каким образом? Потому что вы даете им какое-то знание. And when people read these books, they begin to understand, oh, what I was doing so long was wrong, was wrong. There's something superior to this. И когда люди начинают читать эти книги, они начинают думать, о, так долго я занимался тем, что неправильно, и есть кое-что, что повыше этого. It's just like sometimes somebody doesn't even someone is so and so. Material life means we operate under the illusion that we are this body. И материальная жизнь означает, что мы действуем исходя из иллюзии, что мы являемся материальным телом. So when you read these books, you understand what? Oh. И когда вы читаете эти книги, вы начинаете понимать, о, я не есть это тело. There is something beyond all this. И помимо всего этого есть кое-что. And then you begin to associate with devotees. И тогда вы начинаете общаться с преданными. And when you begin to associate with devotees, then your reinforcement to serve Krishna increases. И когда вы общаетесь с преданными, то вот ваше желание служить Кришне, оно усиливается. Is that a fact? Не правда ли? Скажите мне, это так или нет? Все вы вот здесь сидящие, как вы достигли нынешнего положения? Ну, конечно, не то, что вы стали махатмой уже сейчас, но, по крайней мере, вы стали на путь очищения. You started reading a book, you came in contact with devotees, devotees reinforced what was in the book, and you began to associate more, began to chant, and as you began to chant, you began to feel the reciprocation from Krishna. И как это произошло? То есть вы получили книгу, или кто-то вас пригласил в храм, и прочитав книгу и общаясь с преданными, вы, которые подтвердили, как бы, вас усилили то, что вы прочитали в книге, вы начали приходить чаще, начали повторять мантру, и по мере воспевания вы стали чувствовать, что Кришна отвечает вам. Вы все согласны с этим? So we have to preach. We have to give our association to others, to make others fortunate,
and bring them to the point of bhajana kriya. Итак, мы все должны проповедовать, мы все должны выходить и давать людям свое общение, чтобы сделать их удачливыми и привести их до, на уровень баджана крии. That's why preaching is considered the most important service anyone can ever render. И поэтому проповедь считается самым важным служением, которое кто-либо когда-либо мог вообще совершить. This movement is a preaching movement. И это движение — это движение проповедническое. Everyone should dedicate himself to this preaching mission of Lord Chaitanya. И каждый должен посвятить себя этой проповеднической миссии Господа Чайтаньи. So we preach. What do we preach? We preach the importance of utilizing a rare human birth for self-realization. И что мы проповедуем? Мы проповедуем, что необходимо использовать этот, это редкое человеческое рождение для самоосознания. So, preaching is the essence of a devotee's life. Итак, проповедь — это сущность жизни преданного. Preaching is the soul of every temple in ISKCON. Проповедь — это душа каждого храма ISKCON-е. When the dusha leaves the body, is the body considered alive? Когда душа оставляет тело, считают ли тело живым? Yes. So when you don't preach, when you don't distribute books, then there's no dusha in the temple or in the devotee. И когда вы не проповедуете и не распространяете книг, то в храме уже нет души, и также в преданных тоже нет жизни. So you must understand the importance of book distribution. Итак, мы должны понять важность распространения книг. Why did Prabhupada write these books? Зачем вообще Прабхупада написал эти книги? Not because he wanted the world to acknowledge him as a great author. Он написал их не потому, что он хотел, чтобы весь мир признал его как великого автора. Actually, have you heard of Encyclopedia Britannica? Вы слышали об энциклопедии? Британской энциклопедии. Британской энциклопедии. It's a very famous encyclopedia. Это очень известная энциклопедия. In the English-speaking world, everyone reads it. В англоязычном мире все читают ее. The Encyclopedia Britannica says that A.C. Bhaktivedanta Swami astounded the whole world by writing over 70 books in 2 years. I forget exactly how many years it says. И вот в этой британской энциклопедии сказано, что А.С. Бхактивиданта Свами удивил весь мир, написав за короткое время, я точно не помню, сколько там написано, за короткое время около 70 книг. Что написал, а что Шрила Прабхупада написал свои книги, чтобы все признали, что он великий автор? Нет, он хотел спасти человечество. Он хотел спасти человечество от разрушения. Humanity today is on the path of destruction. И человечество сегодня на пути разрушения. Everyone's killing everyone. Все убивают друг друга. No one is anyone's friend. И никто не является другом никого. Do you think you have any real friends outside the body? Как вы думаете, у вас есть какие-то настоящие друзья, кроме преданных, то есть, ну, вне среды преданных? Yes. The only friend is one who wants to send you back to God. Единственный друг — это тот, кто хочет вас направить обратно к Богу. So we must understand that we have a mission. Итак, мы должны понять, что у нас есть миссия. And our mission is to preach. И наша миссия — это проповедовать. So we wanted to request every devotee assembled here, especially the devotees of the local nation in Ogariyasa, to please dedicate themselves to the purpose for which Lord Chaitanya appeared. Итак, мы хотели бы попросить всех преданных, особенно местных преданных, преданных из Нижнего Новгорода, посвятить всех себя этой миссии, ради которой явился Господь Чайтанья. We have to preach, distribute these books, distribute this knowledge, have Harinam, hang it in those activities with which people can introduce to Krishna consciousness. И мы должны проповедовать, распространять книги, проводить харинамы и делать то, что будет как бы знакомить людей с сознанием Кришны. We've all heard the importance of book distribution and preaching from Prabhupada's letters, Prabhupada's quotes, and senior devotees of ISKCON preaching. Вы все слышали о важности распространения книг из писем Прабхупады, цитат из его лекций, и также из слов старших преданных ИСКОНа, из проповеди старших преданных ИСКОНа. Why is it that in spite of hearing it again and again,
И почему нас не вдохновляет это все? Снова и снова наш энтузиазм падает. И причина этого — это лень, невнимательность. И мы живем в царстве Майи, и Майя всегда пытается нас от Кришны оторвать, ну как бы забрать. И Майя, она, один из путей, которыми Майя нас обманывает, это так, она говорит: пойдем со мной, это служение, которое тебе дали, оно очень сложное, сейчас ты его не сможешь делать, через несколько лет вот сможешь. Ты же всегда сможешь вернуться, ты вообще еще только молодой, тебе только 20, там, 25 лет. You've done service for some time. Ты уже какое-то время делал служение. И Майя, она пытается сбить нас с толку и как бы украть нас, ну, забрать нас из этой истинной нашей миссии. И Прабхупада сказал, что если вы хотите удовлетворить меня, распространяйте мои книги. Прабхупада сказал, что проповедь — это сущность. Книги — это основа. Чистота — это сила. А практичность — это наш принцип. Итак, суть всей проповеди сводится к тому, чтобы люди взяли книги. Итак, если все будут прилагать усилия и выходить, прилагать усилия к тому, чтобы люди взяли эти книги, то Кришна будет отвечать взаимностью. Рупа Госвами сказал, что шесть вещей необходимы для духовного продвижения. Итак, вот эти факторы, они также благоприятны для увеличения проповеди и распространения книг. Мы должны испытывать энтузиазм. Это первый принцип. Энтузиазм проповедовать. Don't think, oh, I'm just going in book distribution because... Не думайте, что вот я иду распространять книги, потому что меня в храме заставили это делать. Вы можете не понимать важности распространения книг. Но если вы будете думать, что я глупец номер один, и даже и то, что сказал Господь Чайтанья, Прабхупада и мой духовный учитель, это должно быть правильным, и даже если я не могу понять логику этого, я все равно буду делать это, то тогда вы будете продвигаться. Итак, вы должны быть, ну, исполнены энтузиазма. Как, например, после поста все испытывают огромный энтузиазм и бегут в комнату, где раздается просад. И все также испытывают энтузиазм получить самос и расагулу, когда есть возможность. И также вы должны испытывать энтузиазм давать самосы другим. Настоящие самосы, трансцендентное знание. Итак, мы должны быть исполнены энтузиазма. Каким образом люди привлекаются к распространителям? Их энтузиазмом. Благодаря их искренности. И они думают: о, этот человек говорит с такой большой убежденностью. И он выглядит таким искренним. Ну, дай-ка я остановлюсь и послушаю, что он скажет мне. Итак, есть определенная формула, с помощью которой, ну, то есть как привлекать людей к Кришне. Подобно тому, как есть определенная формула, ну, приготовления лекарства.
for becoming a good book distributor. И также есть формула, как стать хорошим распространителем книг. So you must be enthusiastic. Итак, вы должны быть энтузиастом. And you must be determined. Также вы должны быть решительны. Come what may, I'm not going to stop my preaching mission. Там, что бы ни произошло, я не остановлю свою проповедническую миссию. Because people are suffering in the material world. Потому что люди страдают в материальном мире. Rotting. Гниют тут. Going to hell. Отправляются в ад. If I don't save them, who will save them? И если я не спасу их, то кто спасет их? Don't worry, there are 50 other devotees in the temple. It's not just your headache. И он говорит, не волнуйся. Тут еще в храме еще много других преданных, которые тоже об этом будут думать. Вот тут много еще о других искренних преданных, они примут на себя это бремя. Yes, there are. Yes. Да, да, конечно, есть искренние другие преданные. Krishna wants you to also help. Но Кришна хочет, чтобы вы также помогли. Just like a father in a mature condition is unhappy when his child leaves home. Подобным образом, когда в материальном, ну, даже как в материальном мире, когда сын оставляет дом, отец несчастлив, так же нас истинный отец несчастлив, что мы оставили его. Lord Chaitanya, when he was talking to Haridas Thakur, it's all Haridas. Haridas. И когда Господь Чайтанья, он беседовал с Харидасом Тхакуром, он спросил у него, Харидас, как можно спасти всех этих яванов? И он сказал, мой дорогой Господь, не беспокойся. Воспевая святое имя без оскорблений, люди освободятся из материальных, ну, от материальных страданий. So, when you have mature attachment, then you feel very concerned what the father and mother think. И когда у вас есть, when you have mature attachment, then you feel very concerned what your father and mother are thinking. И когда у вас есть вот материальная привязанность, вы очень озабочены тем, что думает, о чем думает отец или мать. И если у вас есть духовная привязанность, вы также должны думать о том, что же постоянно причиняет беспокойство Кришне. Кришна, он полон во всех отношениях. Он исполнен блаженства. Он полон знания. И он вечен. But Krishna is sad at the same time. Но Кришна в то же время он и печалится также. And he sees that so many of his children want to reject the divine law and try to be happy in material existence. Когда он видит, что так много его детей хотят отвергают этот божественный закон и пытаются быть счастливы в материальном мире. So we must be determined. To bring all the conditioned souls back to Godhead. Итак, мы должны быть решительны, чтобы привести всех обусловленных, чтобы привести все обусловленные души обратно к Богу. Everyone must play his role. И каждый должен играть свою роль. Someone may be a big book distributor like Hanuman. Кто-то может быть большим распространителем книг, вот как Хануман. Someone may be a small distributor. А кто-то может быть маленьким распространителем. You know, when Lord Ram was going to bring Sita from Sri Lanka. Hanuman was helping the Lord by throwing big, big rocks in the ocean. Вы знаете, вот когда Господь Рамачандра, он хотел забрать Ситу с Ланки, Хануман, ну, то есть он строил мост и через океан, и Хануман, он бросал огромные камни в океан. And there was a spider over there. И там также был паучок. It was spider. It cannot carry big rocks. Это был паучок, он не мог носить большие камни, как Хануман. But it wanted to help Lord Ram in his mission. Но он хотел помочь Господу Рамачандре в его миссии. И он хотел как-то там, ну, воду разогнать, и, ну, как, чем-то он помогал. И Хануман сказал, ну, убирайся с пути, короче, мы тут ты нам мешаешь нашу работу делать. Но Господь Рамачандра, он отругал Ханумана.
Just like you're helping, he's also trying to help. Он сказал, что подобно тому, как ты помогаешь, он также пытается помочь. Some of you may be Hanuman who can give 10, 20, 30, 40, 100 books a day. Кто-то может быть как Хануман, который может там, кто-то может распространять там 10, 20, 30, 40, 100 книг в день. А кто-то может быть как паучки. Они выходят и понемногу книг распространяют. Но будьте решительны. Затем дхария. Дхария это означает быть терпеливым. Don't lose faith. In book distribution as the principal medium for saving humanity. Не теряйте веру в то, что распространение книг является главным способом спасти человечество. Sometimes they say in English, every day is not Sunday. Иногда, есть такая поговорка в английском: воскресенье не каждый день. But sometimes you may go out in book distribution, but you may not get the same high results. Иногда вы можете выходить на распространение книг, но не получать тех же самых больших результатов, как раньше. Don't get discouraged. Но не будьте этим, разочарованы. Потому что Кришна, Он видит то усилие, которое вы делаете. Be patient. Будьте терпеливы. Sometimes you may be insulted. Иногда вас могут оскорблять. Be patient. Будьте терпеливы. Sometimes the weather may be rough. Иногда может быть очень отвратительная погода. Sometimes you may say there are other impediments. Some devotees say book prices are too high. Или другие могут быть препятствия. Допустим, вот преданные здесь говорят, что цены на книги очень большие. Но будьте терпеливы. Your spiritual purity will make up for the extra price that the book may be charging. Only your spiritual purity is what will attract people to buy these books, regardless of their price. То есть ваша духовная чистота – это то, что будет привлекать людей и заставлять их покупать книги, невзирая ни на какие цены. Затем таттат карма правартана, то есть следовать по стопам предыдущих ачарьев. И все ачарьи были проповедниками. И Прабхупада был номер один распространитель книг. Whenever Prabhupada had a chance, he would distribute books. Как только у Прабхупады появлялась возможность, он распространял книги. When people would come to his room, he would get people to buy the sets of books. И когда люди приходили в комнату Прабхупады, он им проповедовал до тех пор, пока они не покупали комплект его книг. Even before Prabhupada went to America, once in Delhi, he was distributing his Back to Godhead magazine. This was in 1940, before most of you were born. No, maybe around 1946. И даже перед тем, как Прабхупада поехал в Америку, он распространял свои журналы Back to Godhead. Это вот однажды в Дели он распространял в 1946 году, где-то было. И он распространял журналы на солнце и получил солнечный удар. И он потерял сознание. Но как только он вернулся обратно к сознанию, он сразу же продолжил распространять книги. И также Бхактисиддханта Сарасвати, он проталкивал распространение книг. И все ачарьи делали это. Даже Харидас Хакур обычно ходил от двери к двери, проповедовал. Вы знаете эту известную историю про Джагая Мадхая? Но вы знаете, кто проповедовал вместе с Нитьянандой, когда на него напали Джагая Мадхай? Харидас Хакур. Харидас Хакур был его, помощником. Вы можете себе представить, такая группа санкиртаны, Харидас Хакур и Нитьянанда, выходят проповедовать. И все великие ачарьи, они всегда проповедовали. Санга Тьяга, оставьте общение с непреданными. Вы на самом деле, вы можете сказать, я по-настоящему верю в то, что нужно полностью оставить общество непреданных. I cannot go out on book distribution. И поэтому я не могу выходить на распространение книг.
Because when I go out, I have to associate with non-devotees. Потому что если я выхожу, то мне же приходится общаться с непреданными. You may say, so how can you say don't associate, and then you say go out and book distribution and associate with karmis? Как же вы говорите, вот не общайтесь с непреданными, а потом вы говорите идите и общайтесь с непреданными, распространяйте им книги? Do you think there's some contradiction? Как вы думаете, в этом что, какое-то противоречие есть или что? There is no contradiction. На самом деле нет противоречия. We associate. То есть вы идете по улице и видите всех там молодых юношей, девушек, которые вместе идут по улице. И также сейчас все вот эти самые витрины в вашей стране становятся более такими привлекательными. При коммунизме они были такими очень простыми, а сейчас они начинают становиться такими блестящими и привлекательными. Но, и кто-то говорит, что коммунизм был гораздо лучше. Вы видели меньше майя на улице. Now you see much more Maya. Сейчас вы видите гораздо больше майя. Вы видите, как продается порнография. So you see Maya so much in action. И вы видите, что майя так сильно, ну, вы видите так много майя в действии. So we go there to influence them to Krishna. Но мы идем туда, чтобы повлиять на них, чтобы они, ну, расположились к Кришне, то есть. Therefore, when we go out preaching, our mind should be fixed. And the mission of Lord Chaitanya and Prabhupada and the spiritual master. И поэтому, когда мы выходим проповедовать, наш ум должен быть сосредоточен на миссии Господа Чайтани, Прабхупады и духовного учителя. Take everyone back to Krishna. То есть, а миссия такова, чтобы забрать каждого обратно к Кришне. So we give up non-devotees association, but we associate with them to the extent necessary to bring them to Krishna. Итак, мы оставили общество непреданных, но мы общаемся с ними. До той степени, в которой это по необходимости, чтобы привести их обратно к Кришне. То есть, то, Once a devotee asked Prabhupada, how much time should we spend with the karmi that we meet them on the street? И однажды преданный спросил Прабхупады, сколько времени нужно тратить на человека, которого мы встречаем на улице, сколько с ним, с одним человеком. Spend as much time as necessary, but not more to get them to take a book. И Прабхупада сказал, тратьте столько времени, сколько нужно, чтобы они взяли книги, но не больше. А не так, что вы начинаете с ними общаться, ну, прикрываясь распространением книг. Я сейчас вот с ним, я с ним подружусь и, ну, с ним так дружбу завожу, чтобы потом он купил книги. You fall in the path of the great saint. И сатоврити, вы следуете, то есть тому, что говорят Писания, и следуете по пути предыдущих ачарий. All the scriptures say, preach, preach, preach. И все Писания говорят, проповедуйте, проповедуйте, проповедуйте. 18th chapter of Bhagavad Gita says, Yaidam Paramam Guhyam. Who is my dearest devotee? И Бхагавад-гите Кришна говорит в 18 главе, кто мой самый дорогой преданный? Это тот, кто выходит и проповедует мою славу. Итак, нам нужно провести пропаганду такую, нам нужно делать пропаганду. Но пропаганду, направленную на благо каждого. Как вот при коммунизме у них была очень хорошо организованная машина пропаганды. Он в некоторых своих лекциях и письмах упоминал это. Вот как вот даже в Индии коммунистические партии, вот их, у них там есть автобусы, которые повсюду разъезжали и распространяли свои книги, они открывали магазины. Также давали свои книги людям и делали так, чтобы они подписывались на их литературу. И если мы не будем проповедовать, то как же люди услышат о Кришне? И, пожалуйста, посвятите себя этой проповеднической миссии. Проповедь делает преданного очень сильным. Those who have a strict sadhana and go out preaching, they remain spiritually very strong.
Я за свои 26 лет в Исконе видел, что те, кто следуют строго садхане и выходят проповедуют, они остаются очень сильными духовно. And those who avoid preaching on some excuse or the other of too much management or too much this, too much that, they don't become spiritually dust. А те, кто избегает проповеди по разным причинам, у меня слишком много управленческих дел, слишком много того всего, они остаются не становятся духовно сильными. In fact, when strong, they begin to become weak. И на самом деле из сильных они становятся слабыми. So, preaching is the life and soul of the devotee. Итак, проповедь — это жизнь и душа преданного. The strength of preaching comes from standing around nicely in the morning, hearing the Bhagavatam class every day. Итак, и сила проповеди, сила, чтобы проповедовать, приходит из очень внимательного повторения мантры, слушания Бхагаватам каждый день. И если у нас есть вера в слова Гуру Прабхупады и Господа Чайтани и Кришны, это наша истинная миссия — проповедовать славу Господа. So, I hope that Sankirtan devotees and all the devotees will take this talk to heart. И я думаю, что все преданные и преданные Санкиртан и все другие преданные, они примут серьезно вот это вот обсуждение. Preaching is for everyone. Проповедь предназначена для всех. Just like everyone wants to eat prasad, everyone should also want to eat this prasad of preaching. Подобно тому, как все хотят есть прасад, все также должны страстно желать есть этот просад проповеди. Не пугайтесь того, что вот цены большие, вы думаете, что цены большие, и люди будут не покупать книги. Ваш проповеднический дух и чистота, они сделают свое дело, даже если цены будут высокими. Any questions? I can take questions for 5 minutes. На 5-10 минут я могу отвечать на вопросы, а потом я остановлюсь. Вопрос есть? Yes, Самба. Да. Самба говорит тоже. Shrila Bhagavatapada, in your lectures you're often speaking about the fifth principle, the control of mind. Can you explain this, elaborate this more for to understand? Shrila Bhagavatapada, in your lectures we часто говорить о контроле ума, не могли бы вы подробнее рассказать об этом? Well, it's a long discussion. Но это будет долгое обсуждение. Controlling the mind is everyone's problem, huh? Контроль ума — это проблема каждого. Well, it's not a problem of somebody who chants his rounds properly. Но это не проблема для того, кто повторяет свои круги должным образом. Read. Читает книги. Fully engaged in... И полностью занят служением. The more you hear of Krishna, the more you hear of the Guru's instructions, the more you meditate on Krishna and the Guru's instructions and Prabhupada's instructions, the more your mind will fall in control. И чем больше вы будете слушать о Кришне, чем больше вы будете слушать наставления Гуру, и чем больше вы будете медитировать на наставления Кришны, Гуру и Прабхупады, тем больше вы... Чем легче для вас будет контролировать свой ум. Итак, повторяйте свои круги должным образом. И это поможет вам контролировать ум. Однажды, когда я был новым преданным, я пришел к Прабхупаде. Это было в октябре 68 года в Монреале. Канаде. Это было где-то через 4-5 месяцев после того, как я стал преданным.
Я сказал Прабхупаде: Прабхупада, мой ум беспокоит меня. И он сказал, что твой ум беспокоит тебя, а мой ум беспокоит меня. У нас у всех это проблема, но просто повторяй Харе Кришна, и все будет нормально. Итак, повторяйте должным образом, и постепенно-постепенно ваш ум придет под контроль. Envy, illusion, hatred, greed, anger, lust, all will be controlled by one medicine. И зависть, иллюзию, жадность, ненависть, гнев, вожделение, и все это можно контролировать с помощью одного лекарства. И кто-то может сказать: что, у вас только одно лекарство? У вас разве нет лекарства для от каждой болезни? Our one medicine is a multivitamin. И наше вот это вот одно наше лекарство — это как бы мультивитамин такой, ну, который может вылечить все болезни. Шрила Бхагаватпада, in one of your last lectures, you said that one must not flatter people while preaching, but why it is? Because he heard that some book distributors, they are saying that we must flatter people and to get them buy a book. And second question, what does it mean to make more higher level of preaching? What does it mean to make our preaching more perfect? И вы в одной из последних лекций сказали, что мы не должны льстить людям, ну, при проповеди, но многие распространители книг, они говорят, что это как раз необходимо, чтобы помочь людям, ну, заставить их купить книги. И также, что значит повысить уровень проповеди? So, regarding flattery, we should be careful when we flatter the devotees. А что касается лести, мы должны быть внимательны, когда мы льстим преданным. Мы не должны ложно льстить преданным. Но когда вы общаетесь с материалистами или детьми, то вы можете льстить им. Как вот я помню, что в Нью-Йорке у нас была одна преданная, которая выходила на улицы и говорила людям: вот вы выглядите как доктор, вы доктор, да? In America, doctor is a very respected profession. А в Америке вот профессия врача, она очень почитается. They earn a lot of money. И они зарабатывают очень много денег. Они зарабатывают больше всех денег, потому что там столько людей болеет. Особенно вот с умственными проблемами. И люди тогда начинают говорить: что, я выгляжу как доктор? So when you're preaching and you tell someone you look like a very intelligent, respected man in society. И когда вы проповедуете и говорите кому-то: вы выглядите очень таким почитаемым и разумным человеком. Вы выглядите очень разумным человеком и очень почитаемым в обществе. Just don't tell him you're God. Ну, вы просто не говорите ему, что он Бог. Don't go that far. Так далеко не надо заходить. And don't tell him you'll become God if you read this book. И не говорите ему, что вы станете Богом, если прочитаете эту книгу. Но если вы просто говорите, что вот вы такой
а разумный и почитаемый человек в обществе, то в этом нет никакого вреда. Вы пытаетесь спасти их. И вот как, когда вы имеете дело с детьми, вот вы можете спросить у матерей, они могут подтвердить, что вы должны говорить ребенку постоянно: вот ты такой разумный, такой хороший, возьми это лекарство. Ты такой хороший мальчик, вот съешь это лекарство. And second question was how to что означает? What does it mean to make the как повысить? What does it mean to increase the level of our preaching? What do you mean level of preaching? Means you to learn to preach to all types of people. He means quality of our preaching. It means that would increase the quality of our preaching. То есть как увеличить качество? Что значит как увеличить качество нашей проповеди? Just like when you chant bhajana kriya, you get to the state of nishtha, determination. Подобно тому, как вы воспевая, вы приходите на стадию ништхи, то есть решимости. So similarly, as you execute devotional service, you also get become determined nishtha to do book distribution. И по мере распространения книг вы становитесь решимы, ну, то есть заниматься распространением книг и проповедью. Okay, I only take on a few more questions. How much is important to preach in higher education institutes? Because for a long time we was preaching in factories, but not for the intelligent people. Как, насколько важно проповедовать высшим кругам общества и также в высших, ну, учебных заведениях для разумных людей? Потому что долгое время мы проповедовали в основном, ну, рабочим, там, на фабриках, шахтерам и так далее. То есть... Hello, Sudra Sambhava. Can you go where you're working in a factory or you're a PhD? Virtually everyone does so. Но в Кали-Югу, Кало Судра Самбаван, работаете ли вы на фабрике или у вас есть степень доктора наук, вы все равно шудра? В основном все шудры. Anyway, both are important. Ну так или иначе, и то, и другое важно, то есть проповедовать и тем, и другим. И также важна проповедь в этих образовательных учреждениях высших. He says that can we literally understand the statement of Srila Prabhupada that till the 2000, nobody from the people who are living in the city will see the sun. Can we? He says that Srila Prabhupada once said that till the year 2000, nobody from the 2000 means after 6 years. Yeah, after 6 years, nobody from the people who are living in the city will not see the sun. Prabhupada он этого не говорил. Prabhupada said for the next 10,000 years, the golden era of Lord Chaitanya will go on expanding. Прабхупада говорил, что в следующие 10,000 лет золотой век Господа Чайтаньи будет усиливаться. But after 10,000 years, there will be no religion on the planet. Но после 10,000 лет на планете не останется уже религии. The moment you think of God, I'm going to kill you. В тот момент, когда вы скажете о Боге, кто-то вас убьет. Но Прабхупада ничего не говорил вот про это. Кто-то, может быть, неправильно вам что-то, ну, представил. Или же вы должны показать точную цитату после лекции, то есть указать, где это написано, и тогда я вам это объясню. Я буду внизу там. Что? На проповеди? Ну да. На проповеди. На проповеди люди тоже могут состоять ума.
You have stated in the beginning of your lecture that the great sages, they can, by man's face, understand his internal consciousness. Can we, on the preaching, while preaching also, can we understand the man's internal consciousness by looking at his face? Can we also do it? Some degree. То есть вы сказали в начале лекции, что великие мудрецы, они просто глядя на лицо человека, могут определить, о чем он думает, ну то есть его состояние сознания. И можем ли мы на проповеди также вот, ну, это узнавать? А? Могут ли люди, да? Нет, мы. Люди, нас? А, sorry, I mistranslated. He means, can the people see our consciousness by seeing our face? Люди сейчас так опьянены материально. Но если кто-то разумен, он может. Just like when someone very enthusiastic, sincere, displaying compassion on his face, the conditioned souls get attracted. И подобно тому, как если кто-то исполнен энтузиазма, он убежден и проявляет на своем лице признаки сострадания, то обусловленные души, они будут привлекаться. И Прабхупада сказал, что люди покупают мои книги из-за энтузиазма моих учеников. Он мне это лично сказал в 1976 году в Бомбее. А, и когда вы полны энтузиазма, никто не захочет сказать «нет». И тогда человек скажет: «О, у этого человека есть что-то великое, дай-ка я загляну туда, посмотрю». Что? What are the symptoms of the compassion? Что является признаками сострадания? Что это за признаки сострадания? You're concerned about people's suffering. Вас беспокоят вот эти страдания людей? Вы озабочены этим? Just like when there's an earthquake, everyone wants to help. Подобно тому, когда вот есть землетрясение, то все хотят помочь. We know that today people are suffering. Why? Because they're forgetting God. Но мы знаем, что сегодня люди страдают из-за того, что они забыли Бога. So, if we are compassionate, we must show it in action. Если вы сострадательны, то вы должны это своими делами показать. Preach more. Проповедуйте больше. В начале процесса баджана крити существует этап, в общем, ложного энтузиазма, то есть хорошо. И отличие, в общем, от истинного энтузиазма, как бороться с ложным энтузиазмом. In the beginning of this state, баджана крия, there is some state like Utsahamaya, the false enthusiasm. How can we how can we understand what is the real enthusiasm and what is the false, and how can we counteract this? Говорится, что в начале стадии баджана крия есть такая стадия Utsahamaya, то есть ложный энтузиазм. Как мы можем отличить ложный энтузиазм от истинного, и как мы можем как-то с этим бороться, справиться? Well, when you're in doubt of something, ask the spiritual master or an advanced devotee. И когда вы о чем-то сомневаетесь, то вы должны спросить духовного учителя или старшего продвинутого преданного. But even if it's false enthusiasm, но даже если это going out and preaching, it will gradually become real enthusiasm. Но даже если это ложный энтузиазм, и вы выходите и проповедуете, то со временем это станет истинным энтузиазмом. Once a devotee told Prabhupada, I don't feel like dancing in kirtan. Однажды один преданный сказал Прабхупаде, что мне не нравится, танцевать на киртане. Prabhupada said, even if you don't feel like dancing, dance. Но Прабхупада сказал, что даже если тебе не хочется танцевать, ты все равно танцуй. And then you will feel like dancing. И тогда тебе захочется танцевать. So maybe you fall into the atom. But it will become real enthusiasm once you start serving. Это может быть даже ложный энтузиазм, но если вы начнете служить, то он станет истинным. So I know. Okay.
She said that for have the constant desire to preach, one must associate with those devotees who are constantly preaching and they have such spirit. But if one is in the position when he does not have such association, how can one get this desire and how can cultivate it? Если, то есть, чтобы постоянно проповедовать человека, человек должен общаться с теми, кто постоянно проповедует, у которых есть такое настроение. Но если у человека нет возможности, такой возможности, то как он, тем не менее, может себя развивать это? The leaders of the temples must always talk about book distribution every day. То есть лидеры храма, они должны всегда о распространении книги говорить каждый день. Glories of the life of a preacher. И они должны говорить о славе жизни проповедника. Then we should encourage everyone to go out and preach. И затем мы должны всех вдохновлять на то, чтобы все выходили и проповедовали. Then we devotees, we should meditate on the words of the spiritual master, Prabhupada and Lord Chaitanya. И также мы все должны медитировать на слова духовного учителя Прабхупады и Господа Чайтани. Vani is not different from Vapu. Вани, они не отличаются от Вапу. Associated with the Vani instruction. Итак, вы можете общаться с наставлениями, то есть Вани. Должен ли он добиваться, чтобы стать идеальным, а потом проповедовать? Или же... Не имеет ли он право проповедовать? Или он должен силу направить на то, чтобы стать идеальным? Okay. Или есть большое желание проповедовать? If a devotee is not ideal in his behavior, and he has sometimes some fights with devotees, so must he first concentrate on making his behavior ideal and then preach, or he can just preach and while he is not ideal in we'll behavior? Both try by side. Вы должны делать и то, и другое, ну, то есть... Иногда преданные говорят, что я начну проповедовать, когда я стану совершенным. Но целую жизнь занимает, чтобы стать совершенным. И поэтому мы должны начать проповедовать прямо сейчас уже. Скажите, пожалуйста, вот, например, я живу сейчас в семье, мне карми. Я вот им все время говорю об этом, проповедовать, что они подчинились этому. Ну, не то, что подчинились, а следовали этому примеру нашему. И я вот в таком сейчас состоянии нахожусь, враждебном, как сказать, в таком состоянии, что даже сильного врага они меня вот так ненавидят. Как мне быть? She said, she said that she is now living with her family and she is trying to preach for them, to them, but they are very inimical to her, and she is feeling like not very convenient in such condition. What she must do about it? What, how to? She is always feeling that She must get rid of it somehow. How, what to do in such condition? There are some decisions that devotees have to make on their own. Но есть некоторые решения, которые преданным самим нужно принимать. You should accept everything favorable for spiritual advancement and reject everything unfavorable. То есть вы должны принимать все благоприятное для духовного продвижения и отвергать все неблагоприятное. But taking this guideline, you do what is best. И приняв вот это наставление, вы должны делать то, что для вас лучше. She is asking about can the ladies give lectures on the some programs which are given which are made by devotees? Могут ли женщины
выступать с лекциями по Бхагавад-гите, то есть давать лекции и выступать на этих лекциях. You should know that we're not against lady speakers at all. Вы должны понять, что мы вовсе не против того, чтобы женщины говорили. Вы знаете, вот Джадурани Даси, она повсюду ездит и дает лекции. Мы не против матаджи, которые, чтобы они давали лекции. Если какая-то матаджи, она квалифицирована и может говорить, почему нет? Ну, то есть вы должны быть квалифицированы и знать то, что вы хотите сказать. Но если также присутствуют более опытные, ну, те, кто могут лучше давать лекции, то нужно позволять им давать лекции. Но если, допустим, на этой программе, ну, то есть так получается, что только там матаджи, то естественным образом самая старшая из них и квалифицированная может, ну, проповедовать. Еще другие вопросы? Как же он может? It is stated that Rupa Goswami is the chief of the six Goswamis of Vrindavan, is the senior most of all of them. But it is stated that Sanatana Goswami is his spiritual master. How is it of Rupa Goswami? How is it that... Считается, что... Вот мы говорим, что Рупа Госвами это старший из шести Госвами, но с другой стороны говорится, что Санатана Госвами это его духовный учитель. Как же он может быть старшим из всех учеников? Но нет, на самом деле Рупа и Санатана, они оба были инициированы Господом Чайтани. А Джива Госвами, он был инициирован Рупой Госвами. Если вы не возражаете, я остановлюсь. У кого-то еще вопрос есть, да, там? Или что? So when we stop at this point, ну, мы на этом остановимся. I'll be ill again in few months. Через несколько месяцев, скорее всего, я вас увижу снова. I want to encourage all of you to please push on. Я хочу вдохновить вас, пожалуйста, продолжайте. Actually, I wasn't scheduled to come on this trip of mine. I was going to come here in July. Я на самом... На самом деле я не планировал приехать сейчас, но Ананта Шеша, он настаивал на этом, и поэтому мне пришлось отложить свой отъезд в Индию на один день, и я приехал к вам. Сейчас я уже должен был быть на самолете уже, лететь в Индию. Но мы отложили это на завтра. Итак, через несколько месяцев я вас снова всех увижу. Я надеюсь, что вы все будете продвигать распространение книг. Пожалуйста, работайте вместе, сообща. И трудитесь тяжело, чтобы распространять сознание Кришны. Нам нужно также расширять программу Food for Life. И также мы должны начать программу Food for Lakshmi, то есть, ну, распространение просады за деньги. Поскольку эта программа, она дает деньги, чтобы поддерживать храм и также, ну, поддерживать распространение книг. И плюс к этому она очищает сознание людей. Потому что они получают Кришна Прасад. И работайте вместе, сообща. United we stand, divided we fall. То есть, как говорится, вот вместе мы выстоим, а поодиночке мы все упадем. We should all work together as a team, Krishna's team. И мы все должны работать вместе, как одна команда, команда Кришны. Прабхупада сказал, что в материальном мире есть так много политических партий. Как теперь в вашей стране так много политических партий. Но Прабхупада сказал, что в нашем Исконе у нас есть только одна партия. Это партия Кришны. И мы должны дать людям кришнаизм.
У них был уже коммунизм. И он их не удовлетворил. Теперь они хотят капитализм. Но и капитализм также не удовлетворит их. А что же тогда их удовлетворит? Это кришнаизм. Итак, дайте им кришнаизм, и они будут счастливы. А, то есть и вы будете счастливы, и другие также будут счастливы. И я хотел бы видеть данные Нижнего Новгорода сейчас каждую неделю в ньюслеттере. У нас теперь, ну, есть связь по кому, и вы можете каждую неделю посылать мне данные Нижнего Новгорода. И чтобы я посмотрел, ну, видел, сколько книг вы распространяете каждую неделю. Все преподаватели матуши сказали, мы же хотели, вы не могли бы дать благословение, чтобы у нас брахмачари обучали наших маленьких. Now Gurukula, the only Matajis who are teaching, can you give us lesson that the Brahmacharis would give education to our small boys? I want to meet with the people in charge of the Gurukul also. Well, in Gurukul you always have mainly ladies speaking. Но в Гурукуле, как правило, обычно женщины преподают там, так что получается. Brahmacharis are not so tolerant. Брахмачари не такие терпеливые. They don't have the patience. У них нет такого терпения. So all over the world, ladies are the best teachers for young children. И во всем мире женщины, они являются лучшими учителями для маленьких детей. Even in karmic schools, you never find a male teacher for young children. Даже в кармических школах вы никогда не найдете ну, мужчину-учителя для маленьких детей. Очень трудно найти. Because men don't have the patience to look after children. Потому что у мужчин не хватает терпения за детьми, ну, то есть наблюдать. За маленькими, да, детьми. This will wash your beef bag. Когда вы будете стирать, это же уйдет. Пицца с мамой. She will make. Well, better you get me the sign on some paper or something. Лучше бы я, ну, не на бумаге, не надо. Hare Krishna. Как вас зовут? Как тебя зовут? Лакшми. Лакшми? Это ваша это мама. Лакшми. You choose наша Гурукул тоже? Гурукуле учитесь, да? Гурукул хорошо? Как вас зовут? Парсурам. Make sure you don't kill too many people. Ну, будьте, ну, то есть, смотри, что не убивай много людей. So should I sit here or should I go? I'm waiting for the television. Ну что, гуру должен уйти или должен здесь оставаться? Он ждет телевидение. Куда идти нужно? Где он, Шиша? Где он, Шиша? Okay, then I'll go. Они сейчас идут сюда. They will come here. Here. Шанс идет. Кто сказал? I think I'll go. Где? Я Саматинана. Спроси вообще, что гуру должен идти. Шрила Бхагаватам ки джай. Только ему
эмоции. Religion means philosophy. Религия означает философию. The philosophy is presented in literature known as the Vedas. Философия изложена в литературе, называемой Веды. And the Vedas are the oldest source of philosophy on this planet. Веды являются древнейшим источником философии на этой планете. The Vedic philosophy is summarized in the Bhagavad Gita. Суть ведической философии кратко сформулирована в Бхагавад-гите. Может ли ортодоксальный христианин обратиться в общество сознания Кришны, не изменяя постулат его заложенного в Бхагавад-гите? Can an orthodox Christian take to Krishna consciousness without violating the laws of orthodox Christianity? Most definitely. Для большинства, конечно, да. In fact, a Christian will become a better Christian by understanding and following the Krishna conscious philosophy. В действительности христианин станет еще лучшим христианином, поняв и следуя философии сознания Кришны. For example, what are the essential elements of Christianity? Например, каковы существенные элементы христианства? To glorify God. Прославлять Бога. So we glorify God 24 hours. И мы прославляем Бога 24 часа в сутки. Then another element of Christianity is to respect the entire creation of the Lord, including animals. Затем другой аспект христианства это уважать все творение Господа, включая животных. Therefore Jesus Christ said, "Thou shalt not kill." Поэтому Господь Иисус Христос сказал: "Не убей." So we believe in that. И мы тоже практикуем это. So it doesn't matter what your faith is, you'll become a better Christian, a better Muslim by coming and practicing the Krishna conscious philosophy. И неважно, какова ваша вера, вы станете лучшим христианином, лучшим мусульманином, если придете и будете практиковать сознание Кришны. We are teaching people to develop love of God. Мы учим людей развивать любовь к Богу. Because there's one God for entire humanity. Потому что Бог один для всего человечества. You can't say the sun is Christian or Hindu or Muslim or Russian or Indian or American. Солнце нельзя назвать христианским, мусульманским, индуистским, русским или американским. So similarly, there's one God. Подобным образом Бог один. He may be known by different names in different parts of the world. В разных частях света его могут знать под разными именами. Presently, we are in a big crisis. В настоящее время мы претерпеваем кризис. All over the world. Во всем мире. Why? Почему? Because we're going away from God's teachings. Потому что мы уходим от учений Бога. Who's happy anywhere in the world today? Кто сегодня в этом мире счастлив? No one. Никто. Because you can't be happy without God. Like a fish cannot be happy out of water. Потому что невозможно быть счастливым без Бога. Точно так же, как рыба не может быть счастливой без воды. От чего отрекается человек, когда приходит в общество сознания Кришны? When a person takes to Krishna consciousness, what does he have to renounce? He has to renounce, first of all, the false understanding that he is Lord of everything. Первое, чего ему необходимо отречься, это от ложного понимания, что он является господином всего. You must understand that God is the creator and the proprietor. Необходимо понять, что Бог является владыкой и творцом. Secondly, he must understand that higher than his intelligence is the intelligence of God. Во-вторых, ему необходимо понять, что выше, что разум Бога выше, чем его разум. And God's intelligence is recorded in the scriptures. А разум Бога записан в Священных Писаниях. So he must live by the scriptures. И поэтому следует жить в соответствии с Священными Писаниями. Then he must agree to follow certain rules of conduct in human society. Затем он ему необходимо согласиться следовать определенным правилам поведения в человеческом обществе. Just like you and I, when we drive, when we walk on the road, we have to follow some rules. Как, например, мы с вами. Когда мы идем по улице, нам необходимо следовать определенным правилам. But the dog and cat don't have to follow any rules. Но кошкам и собакам не нужно следовать никаким правилам. You cross the street on a red light, you'll get arrested. Если вы пересечете улицу на красный свет, вас арестуют. But if a dog crosses the street on a red light, no one bothers him. Но если собака перебежит улицу на красный свет, никто не побеспокоится. So we have to follow certain rules. Поэтому нам необходимо следовать определенным правилам. So we abstain from certain sinful activities. И мы воздерживаемся от определенной греховной деятельности. No meat, fish and eggs. Мы отказываемся от мяса, рыбы и яиц. No drugs. От наркотиков. No gambling. Азартных игр. And we recommend the institution of marriage if a man and woman want to get together. И если мужчина и женщина, and the scriptures recommend. Если мужчина и женщина хотят жить вместе, то Священное Писание рекомендует институт браков.
Мне бы хотелось узнать, что за предмет на руке у Гуру Махараджа, и еще там лицо, если можно об этом сказать. If possible, can you tell what do you have in your hand, in your right hand, and who is the picture over there? Well, on the right hand we have beads. These are called a chutki, etanasha chutki. These are prayer beads or rosaries. And we chant the names of the Lord. В руке у меня четки, то есть молитвенные четки, на которых мы воспеваем святые имена Бога, повторяем имена Бога. And here we have a picture of Srila Prabhupada, the founder of the International Society for Krishna Consciousness. А на мешочке изображен Шрила Прабхупада, основатель Ачарьи Международного общества сознания Кришны. And here is a picture of Lord Jagannath, the Lord of the Universe. А здесь изображение Господа Джаганатхи, Господа Вселенной. Both of these are done by Russian artists. Это, то есть, художники из России сделали. Both are done by Russian ladies, different ladies. То есть, женщины. Your country has so much of talent, so many artists. В вашей стране столько талантливых художников. Ну, я один вопрос только хотела бы задать. Ну, с тех пор, как наш город стал открытым, как только у нас, так сказать, появилась возможность открывать храмы других религиозных движений, многие принимают такие решительные действия, это как большие проповеди в дворцах спорта и так далее, развлечений очень много, масс. Вот вы как относитесь к этому и собираетесь ли вы вот такой деятельностью заниматься? Since many religious faiths started to penetrate the market, I mean the society of Nizhny Novgorod, many of them started to undertake these big, huge hall programs, like where thousands of people get together, like those Christians and so on. And what's your attitude towards such programs? We welcome the people. As many people talk about God, the better it is. Мы приветствуем то, что чем больше людей будут говорить о Боге, тем лучше. People should talk about God. Людям следует говорить о Боге. But let them also practice what they talk about God. Но пусть они также практикуют то, что они говорят. If people are preaching real religion, we are very happy. Если люди проповедуют настоящую религию, мы очень счастливы. But if in the name of religion they are presenting some concocted philosophy, then that is unfortunate. Но если во имя религии они представляют какую-то выдуманную, вымышленную философию, то это очень большое несчастье. And if they are telling people to love God and follow discipline, they themselves are not doing it, then that is also unfortunate. Если они говорят людям, чтобы они любили Бога и следовали определенной дисциплине, но сами этому не следуют, то это тоже очень большое несчастье. We in Krishna consciousness do not criticize any other process of self-realization. В сознании Кришны мы не критикуем никакие иные пути самосознания. I only request everyone is preach exactly according to scriptures. Наша единственная просьба ко всем, чтобы проповедовали в точности в соответствии со священными писаниями. And practice what you preach. И практиковали то, что проповедуете. Спасибо. Я хотела бы узнать такую вещь. Насколько я вижу, смотрю вокруг, кришнаиты достаточно декоративны, скажем, дни праздников, определенные прически, определенная одежда. Означает ли это, что они закрыты от обычной жизни? Вы представьте сами, проехать вот так в автобусе, это же невозможно. То есть все вот эти декоративные элементы, это принадлежность праздника, или все-таки в обычной жизни члены общества сознания Кришны вынуждены находиться только вот в общении? Your question is that all those external features, the headdresses, the just the dresses, the this or that, is it essential? Essential. Yeah. It's not essential. Это не является существенным. Good news for people like you. Это хорошая новость для людей таких как вы. We have thousands of devotees all over the world who are professionals and engaged in worldly life, just like you may be or your colleague may be. Во всем мире тысячи преданных, которые являются профессионалами в каких-то областях, они занимаются, живут обычной мирской жизнью, как вы или как ваши коллеги. This hairstyle and this dress is only adopted by those who are full-time monks. То есть такой стиль прически и такая одежда принимается только теми, кто живут жизнь монахов. Just like a priest in a church wears on a certain robe. Как мне проповедник в церкви, священник, он носит определенные одежды. But the congregation doesn't wear those robes. Но прихожане не носят таких одежд.
So we have a huge congregation of people practicing Krishna consciousness all over the world. И во всем мире у нас огромный приход людей, практикующих сознание Кришны. And they dress up just like all of you do. И они одеваются так же, как и вы. They just work with a different consciousness. Они просто действуют с другим сознанием. Like a lotus leaf is in flower, the lotus leaf is in water, but the water doesn't touch it. Как, например, лист лотоса находится, плавает в воде, но вода не смачивает его. So we encourage our members to live in society, but not be affected by the ills of society. И мы, то есть, поощряем, воодушевляем наших членов нашего общества, чтобы они жили в обществе, но не попадали под влияние пороков общества. And because we chant Hare Krishna mantra, that is an insurance against getting affected by the ills of society. И поскольку мы повторяем Hare Krishna mantra, это является страховкой против того, чтобы на них влияли пороки общества. The chanting of the Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, is our prayer to the Lord to please save us from the influence of the illusory energy and to engage us in service to the Lord. Эти слова являются молитвой Господу, чтобы тот спас нас от влияния иллюзорной энергии и занял нас служением Господу. Что означают знаки на ваших лицах? Что это такое? Well, this is all part of a uniform. Это часть нашей формы. Like a militia in your city has uniform. Как у милиции в вашем городе есть форма? Right from the cap to the shoes. То есть начиная от шляпы, кончая тапочками. So we also have our uniform. У нас тоже есть своя форма. The tilak signifies we are devotees of Krishna. Это знак тилаки означает то, что мы являемся преданными Кришне. So the moment you see someone with tilak, you know, это Hare Krishna living. И как только вы увидите кого-то с тилакой, вы можете сказать, а вот идет Hare Krishna. Но они разные по форме. But they are different in shape. Now, everyone's not so artistic. То есть не все великие художники. And sometimes with sweat, so it gets a little faded away. Иногда там пот идет и там стирается. Спасибо. Спасибо. Мы уже более не будем вас отвлекать. Да, информация, наверное, лучше еще. There are some people from the community. Can I have the face to go and book those actions? That's it, and the Bosch has quite well. Give them some prasad. Another fish. Another fish. Give them some prasad. Gadi is Sergei. Sergei should be here. He is the one who arranged all these interviews. Sergei, you know. Short. Не так далеко, здесь довольно близко. I go much longer than this. Я проделал гораздо более длительное расстояние. I came here to preach the message of God. Я приехал сюда для того, чтобы проповедовать послание Бога. This is это нет моя первый раз. Я был в вашем городе много раз. And I've come to your city many times with the same purpose. Я приезжал в ваш город много раз с одной и той же целью. Your city is a very beautiful city, important city. У вас очень прекрасный и важный город.
third biggest city in Russia. Третий город по величине в России. And I understand that your city has a great ancient heritage. И насколько я понимаю, у вашего города очень древнее великое наследие. So we have a important center in your city. И в вашем городе у нас очень очень большой существенный центр. So we come here regularly to preach. И мы регулярно приезжаем сюда, чтобы проповедовать. Вот вы как видите, у нас все больше и больше народу приобщается вот к вашему движению. Do you see that more and more people come take your society? Krishna consciousness? Definitely. Да, несомненно. Krishna consciousness is rapidly spreading, not only in your city, but in almost every city in the CIS. Сознание Кришны быстро распространяется не только в вашем городе, но почти в любом городе СНГ. There's a reason, and the reason is that the people of your country are very intelligent. Этому есть причина, и причина в том, что граждане вашей страны очень разумны. They are very interested in philosophy. Их очень интересует философия. And we have a philosophy, we have the Vedic philosophy that answers all the questions that people have. У нас есть ведическая философия, которая отвечает на все вопросы, которые есть у людей. People are searching for answers to questions. Люди ищут ответов на вопросы. So the Bhagavad Gita, a very ancient book of knowledge, answers all questions that humanity can possibly have. И Бхагавад-гита, древнейшая книга знания, отвечает на все вопросы, которые могут появиться у человека. Вот есть какая-нибудь разница между вот русским народом и индийским народом? И как-то, может быть, у нас тяжелее, вот, или распространяется? Is there a difference between Indians and Russians in respect of how difficult it is to spread your message? Well, you may be surprised to hear that I find the people of your country in some respects far more sincere than the people of India at the moment. Может быть, вы удивитесь, но я хочу вам сказать, что в вашей стране люди гораздо более искренни, чем в Индии. The people of your country are more philosophically inclined. То есть жители вашей страны не больше философски имеют философских наклонностей. Indians are also philosophically inclined, but they're also pulled towards materialism in a very heavy way at the moment. Индийцы, они тоже, в общем-то, философски склонны, философски склонные люди, но сейчас их очень сильно тянет в сторону материализма. А вот что вы наметили в этот свой приезд? Чем вы будете заниматься? What were your plans for this visit and what are you going to do? Don't make noise. Our plans are to request the people of your great city to please take advantage of this rare human birth. Наш план — это попросить жителей вашего великого города воспользоваться тем, что дает это редкое человеческое рождение. We are very desirous of having a nice cultural city, a cultural program in your city. Мы очень хотим построить хороший культурный центр в вашем городе. We also have a food for life program, that is, we distribute food to the needy people of society. У нас также есть программа пищи для жизни, программа распространения пищи для нуждающихся общества. This food for life program has been very much appreciated by government officials all over the world, including in your country. То есть члены правительства, руководства во многих городах всего мира, включая вашу страну, очень высоко отзываются об этой программе. So we would like to have a facility from where we can serve free food to as many people as they want to come and eat. Мы бы хотели получить какие-то возможности, условия, где вы могли готовить и раздавать пищу максимально всем, кто захочет ее кушать. За бесплатно? For free. Well, to the extent that we can, we would like to serve free, simple food. То есть в той степени, в которой мы способны, мы бы хотели давать и бесплатную простую пищу. A food for life program is free distribution. Программа пищи для жизни — это бесплатное распространение. Every day we put up a table in front of our temple. Каждый день мы выставляем столик перед храмом. And everyone who comes, we serve free food. И каждый, кто приходит, мы подходит, мы угощаем его бесплатно. We serve free food to. He's in charge, Andre, of that program. How many people do we serve free food to? Да, Андрей отвечает за эту программу. Скольких мы бесплатно кормим каждый день? 50 человек.
50 persons. 50 people minimum. То есть минимум 50 человек. And if we had a better facility, then I'm sure more people would come for free food. И если бы у нас были лучшие условия, я уверен, что гораздо больше людей бы приходило бесплатно поесть. In Riga, the local city has given us a big building just for doing this food for life program. В Риге местные власти дали нам огромные столовые для того, чтобы мы занимались этой программой пищи для жизни. And people line up, and many people are registered, and they come every day and take free food. И очень многие люди, они зарегистрированы там и приходят, и каждый день получают бесплатную пищу. Вот скажите, пожалуйста, у вас вот веночек такой красивый из живых роз. Это вот в связи с чем? Кто вам подарил? Who presented you this? Some devotees from your city. Преданные из вашего города. These are all roses grown in Nizhny Novgorod. Это все розы, которые выросли в Нижнем Новгороде. Very good soil in your city. У вас в городе, наверное, очень хорошая почва. Скажите, пожалуйста, вот розы рвать, это не перечит вашим правилам? Isn't it against your rules to pluck the roses? It's against our principles to pluck flowers if they're not offered to God or God's devotees. Если цветы рвутся не для целей, предложение их Богу или преданным Богу, это против наших принципов. It's against our principles to cook vegetables if they're not offered to God. И даже готовить овощи, если они предлагаются Богу, это тоже против наших принципов. But when vegetables and flowers are offered to the Lord and His devotees, then they benefit spiritually. Но когда цветы и овощи предлагаются Господу и Его преданным, эти цветы и овощи получают духовные блага. А вот насчет вот будущего культурного центра, как вы планируете, что это такое будет, где его построить? What are your plans about the future cultural center? Where are you going to construct it and what is it going to be like? Well, it depends where we get a facility. Это зависит от того, где мы получим для этого какие-то условия. We would be very grateful if the local authorities in your city gave us a building where we could develop a really cultural center. Мы бы были очень признательны местным властям, если бы они дали нам здание, где мы смогли бы сделать замечательный ведический культурный центр. We feel that this would be a big tourist attraction. Мы чувствуем, что это было бы очень замечательная приманка для туристов. And it'll be something that your city will be proud of. И это стало бы гордостью вашего города. Your city is a cosmopolitan international city. У вас такой международный космополитический город. So it must have international cultures displayed in the city. Поэтому в городе должны быть представлены международные культуры. Although you can't call yourself international. Но международным. То есть, как насчет внешнего, вы планируете в будущем построить вот центр, а еще что? So you're planning to construct a cultural center and what else? Well, expand our Food for Life program. Расширять программу пищи для жизни. Спасибо. Большое спасибо. You're from which television station? Вы с какой телестанции? Сетевым. Сетевым. Вы знаете еще подробно, Anyway, we would like to invite you to come again. Мы бы хотели пригласить вас прийти еще раз. We have, you don't have to be a believer to come here. Для того, чтобы сюда приходить, нужно быть верующим. We are very open society. Мы очень открытое общество. You can even come here and criticize us, no problem. Вы можете даже прийти сюда и критиковать нас, не проблема. But we would like to invite you. My point is, we are open society. We like to come here and have our vegetarian meal sometimes. Я просто говорю, что мы открытое общество, вы можете прийти и вкусить наши вегетарианские блюда как-нибудь. And we like your taste. Она уже приносили даже на телестудию. You already brought to the телестудию. Сейчас пирожки стали делать из таких вот. They started to make some pies. Очень вкусно, нам понравилось. It was very tasty. Sasha, she should eat some prasad before she goes. Угостите просадом. Oh yeah.
have. Careful, this is careful, or tulsi plant, she should say. Okay, no problem. So this is the way, this is just a small sampling of our vegetarian... Это маленькие образцы нашей вегетарианской пищи. А может пока... We already show broadcast on television. Yeah, it's a private station or a government station? Это частная телекомпания или же государственная? Частная. Private. Частная. А вот еще что вот это за растение, почему оно такое? What is this plant? It's a very sacred plant called tulsi plant. Это очень священное растение, называемое тулуси. Tulsi, this plant is a great devotee of the Supreme Lord. Это растение тулуси является великим преданным Всевышнего Господа. So we give a lot of respect to this plant. И мы оказываем большое почтение этому растению. The growth of this plant symbolizes the growth of devotion. Рост этого растения символизирует рост преданности. Why this very plant and not some others? This plant grows at the feet, is always at the feet of the Lord. Это растение все время растет у лотосных стоп Господа. Okay, I think I did a lot in my 2-day trip. So. Okay, so another stage, and after 10 minutes, is there anything more we have to discuss, Andre, is there anything more they want to discuss? Oh, no, Balkrishna, stop this now, you've done enough video. Нам еще осталось что-то обсуждать. Balkrishna.
Завтра утром. Я не знаю, как лучше будет.